Так, что касается закорма. Сегодня мы пользуем дунаевскую сливу, которая прекрасно отработала уже не один сезон. Высыпаем мы ее полностью, потому что это наш второй замес на сегодня. Так. Опа. Также мешаем с черным лещом для более такой пылеватости. Ну и все-таки это дает всю сладость. Мешаем. Сразу же сюда мы добавляем мелассы. Мелассы на лососе. То есть такой одновременно и сладкий, и рыбный вкус. Примерно вот столько. Как бы, ну, вот такой банки хватает на 3 замеса. Теперь далее. Мы добавляем масло кориандра. Прямо вот чуть-чуть, просто для вони. Так. Ну и отсюда также можно вот добавить немножко клубники. Прям чуть-чуть. И чуть-чуть кукурузы. То есть все, у нас получается такой в основном сладкий вкус. Сюда уже лучше ничего не совать из-за таких жидкостей и вкусов по типу конопли, специй. Это лучше уже не мешать, чтобы просто не испортить вкус, ощущения и восприятие. Сейчас пойдем добавим воды и доведем до нужной субстанции. Так, мы имеем больше килограмма корма, у которого довольно вязкая субстанция, то есть он клеится, но и одновременно легко разламывается. То есть как бы любые кормушки его эффективно будут докидывать, кормить, и поэтому каких-либо проблем не возникнет. Плюс наполнение от премиумной серии в виде дробленой кукурузы и всего прочего. Так что все нормально.